Только посмотрите на эти отвратительные лица. Врачи перестали восприниматься вот такими отвратительными физиономиями. Государь стремится править грамотными, просвещенными подданными. Шарлатанство было реальной проблемой здравоохранения того периода. Императрица выступает как бы донором, матерью, дающей жизнь своим приближенным. Сегодня мы с вами поговорим о Екатерине II. Это имя, несомненно, известно вам всем, но поговорим мы о ней в несколько неожиданном аспекте. Мы будем говорить о Екатерине II как деятеле общественного здоровья, как деятеле здравоохранения, как деятеле, внесшем большой вклад в историю развития отечественной медицины. Екатерина II – мудрая женщина и одновременно продукт своей эпохи. Екатерина II была представителем просвещенного абсолютизма, идеологом просвещенного абсолютизма, пропагандистом просвещенного абсолютизма. Это означает, что Екатерина II стремилась к тому, чтобы общество осознавало новую роль монарха. Монарх в идеологии просвещенного абсолютизма выступает защитником и покровителем всего населения, всех его слоев, вне зависимости от сословной принадлежности. И монарх ожидает, что общество будет осознавать эту роль монарха, будет ему благодарно и будет поддерживать его во всех его начинаниях. Просвещенный абсолютизм предполагает просвещение населения, причем просвещение сверху. Государь стремится править грамотными просвещенными подданными. И медицинское просвещение входило в число приоритетов государства. Вот перед нами изданная в 1787 году книга «Необходимые средства к приобретению полезной и приятной жизни». В основе данной книги лежит идея о том, что полезная и приятная жизнь – это жизнь грамотного человека. Это своего рода ответ на популярные вопросы. Первый раздел книги – это раздел о человеке вообще. А затем следуют разделы о зачатии, о беременности, о младенчестве и так далее. То есть отсюда человек мог получить популярную и полезную информацию о себе и в том числе о защите собственного здоровья. Екатерина была отнюдь не первой, кто внедрял систему защиты общественного здоровья в российский быт. Ну, в общем-то, все началось с Петра. Петр начал приглашать медиков, ввел первое медицинское образование, стал создавать систему госпиталей, стал бороться с шарлатанством. После Петра реформы продолжались. И Екатерина I, и Анна Иоанновна, и тем более Елизавета внесли свой вклад. Развивалась военная медицина, разумеется. Постоянно воюющая Российская империя была очень заинтересована в военных медиках. Создавалась институциализация государственной власти в области медицины. Сначала аптекарский приказ, затем иные институции. Но эти изменения носили несколько фрагментарный характер. Системы до Екатерины не было. До Екатерины основным предоставляющим медицинскую помощь субъектам, простым слоям населения были знахари, повитухи
То есть необразованные носители медицинского, а чаще псевдомедицинского знания. А богатые люди могли себе позволить услуги медика, но обращаю ваше внимание на то, что шарлатанство, как я уже сказал, процветало. Екатерина боролась с этими недостатками, еще раз подчеркну, системно, по всем направлениям. Шарлатанство – страшная медицинская проблема той эпохи. Был шанс отдать свои деньги и не то, что не улучшить, а существенно ухудшить свое здоровье или даже погибнуть. Вот здесь, на этой европейской карикатуре, центральный элемент – это удаление камня глупости. Такая замечательная история. Тебе хронически не везет в жизни. Денег нет, жена ушла, дело разрушено. Здесь приезжает в город чудо-целитель и говорит: вся проблема в том, что у тебя в голове сформировался камень глупости. И если его удалить, все пойдет на лад, все будет хорошо. А дальше, на центральной площади, при большом скоплении народа, возможно, тебе рассекают лоб, кровь заливает тебе глаза, а в это время целитель показывает тебе некий камень и говорит: вот он сидел у тебя в голове. Именно из-за него все твои несчастья. А дальше у тебя все будет хорошо. Причем я не исключаю, что в некоторых случаях это действовало. Эффект плацебо еще никто не отменял. Люди начинали верить в себя, и, возможно, им начинало вести. Если выживали, конечно. Только посмотрите на эти отвратительные лица. Вряд ли у нас создается впечатление, что это те, кто пришел помочь больному. Врачи – это люди, которые всегда вызывают определенное недоверие у населения. Но в екатерининскую эпоху, особенно в начале ее правления, это недоверие усугублялось тем фактом, что врач – это был в основном иностранец. Он говорил на непонятном языке, он просил много денег или он просто демонстрировал свое равнодушие к больному и некомпетент. Екатерининская эпоха, пусть в небольшом масштабе, но сумела изменить отношение к врачам. И немаловажным фактором стало то, что врачи, благодаря усилиям медицинской канцелярии, стали в основном соотечественниками. И поэтому врачи перестали восприниматься вот такими отвратительными физиономиями, которые мы видим на данной карикатуре. Во всех губерниях были созданы приказы общественного презрения. Презрение не надо путать с презрением, то есть презрение – это забота, которым придавался целый ряд важных функций, в том числе функции по защите общественного здоровья. Причем руководителем, куратором этих приказов выступал не кто-нибудь, а первое лицо в губернии – генерал-губернатор, который нес персональную ответственность за деятельность этих приказов. И в рамках деятельности этих приказов было сделано очень многое. Были созданы первые дома для неизлечимо больных, аналог современных хосписов. Кстати, после Екатерины мы надолго забыли об учреждениях подобного типа. А вот при Екатерине они функционировали, и Екатерина выделила на их создание даже не только казенные, но и свои личные средства. То есть выступил еще и благотворителем. Были созданы больницы, причем деятельность этих больниц была очень жестко регламентирована, и регламент этот был прописан лично Екатериной. Екатериной же были созданы первые клиники для борьбы с венерическими заболеваниями. Причем, что очень важно, большое внимание уделялось анонимности, медицинской этике. Те, кто обращался в данные
заведение по собственной воле, то есть не присылался из тюрем или из полиции, могли соблюдать анонимность и даже посещать заведение в маске. И никто не имел права спросить их имени. То есть таким образом население стимулировалось к тому, чтобы бороться с теми болезнями, которые в обществе считались постыдными. Дома для душевнобольных, так называемые «желтые дома», тоже появились в период правления Екатерины II. Кстати, и сам термин «желтый дом» появился именно тогда. Екатеринская эпоха знаменательна еще и тем, что именно в этот период начинается массовый выход литературы медицинской тематики на русском языке. Теперь медицинская литература доступна для всех. Это меняет ее язык, меняет ее предназначение. Вот, пожалуйста, 1765 год. Домашний лечебник или простые способы лечения. Сочинено иностранцем, но издано на русском языке в Санкт-Петербурге при Императорской академии наук. Просвещенная монархия по определению стремится повысить уровень жизни населения, защитить население от всяческих опасностей. А опасностей, связанных с медициной, опасностей, связанных со здравоохранением, в тот период было множество. Вспомним хотя бы историю московского чумного бунта, который возник в результате эпидемии 1770-х годов, последней европейской эпидемии так называемой моровой язвы, то есть чумы. Первоначально болезнь распространялась в Москве практически неконтролируемо. Основные властители, представители государственной власти, включая генерал-губернатора, включая оберполицмейстера, из Москвы бежали. Медицинская помощь оказывалась, но была недостаточно эффективной. Население искало помощи в традиционном для себя направлении, то есть у святынь. И вот здесь вот возникает парадоксальная ситуация. Очень прогрессивный представитель православной церкви Амвросий Зертиз-Каменский пытается ограничить доступ верующих к чудотворной иконе, поскольку прекрасно понимает, огромное скопление людей ведет к распространению моровой язвы, ведет к распространению чумы. Он даже доходит до того, что убирает икону из общего доступа и опечатывает пожертвованные деньги, также понимая, что деньги являются источником заразы. Население реагирует бурно и агрессивно. Возникает версия о том, что сам представитель православной церкви и власти крадут Богородицыны деньги. Ситуация выходит из-под контроля. Население штурмом берет монастырь. Амвросия Зертиз-Каменского зверски убивают. И далее начинаются погромы больниц, госпиталей, лечебен, карантинов и так далее. Только специально введенные войска смогли справиться с ситуацией. На борьбу с чумой был направлен бывший фаворит Екатерины Григорий Орлов, который к тому времени впал в немилость, и, в общем-то, для него вот эта вот командировка в Москву во главе войск была таким шансом вернуть себе благоволение императрицы, причем, скорее всего, вернуть его себе посмертно. То есть все, включая его, исходили из того, что это поручение без шансов на успешное выполнение, что у него нет возможности вернуться живым. И вот Орлов прибывает в Москву. Надо сказать, что он вел себя очень мужественно. Он не бегал от болезни.
Он лично посещал госпитали, проверял, каким образом осуществляется уход за больными. Орлов осуществил целый ряд мер. Были организованы госпитали, были выпущены на свободу заключенные, которым было поручено осуществлять утилизацию умерших. И утилизация умерших, то есть захоронения, производились с соблюдениями санитарных правил. Он, что немаловажно, обеспечил повышение жалования медикам и вспомогательному медицинскому персоналу. Он произвел очистку улиц, и язва отступила. И вот Орлов триумфатором возвращается в Санкт-Петербург. Была сооружена памятная арка в парке при Екатерининском дворце в честь победы Григория Орлова, на которой было написано «Орлов от беды избавил Москву». Была отчеканена медаль, на которой был текст, ну, что-то типа «Россия может гордиться подобными сынами». И Орлову было предоставлено право награждать этой медалью всех, кого он считал нужным, то есть его соратников по борьбе. То есть обществу было наглядно показано: государство защищает вас, иногда даже вопреки вашей воле, и государство ценит труды тех, кто защищает народ от заболеваний. Вот эта история с победой над чумой, она, пожалуй, вторая по значению из пропагандистских действий Екатерины в области здравоохранения. Ну а первое место, естественно, принадлежит истории с оспопрививанием. Оспа – страшное заболевание той эпохи. От оспы страдали и крестьяне, и монархи. Причем в чем был ужас этого заболевания? Даже если ты выживал, ты непременно оказывался изуродованным. И Екатерина прекрасно осознавала угрозу этого заболевания для нации, ну и в том числе, надо полагать, и для себя лично. В период, когда оспа получила особенно широкое распространение, когда уже в окружении Екатерины слегли некоторые люди, она предприняла шаги по защите себя, по защите наследника, по защите двора и по защите России в целом от данной страшной угрозы. В 1768 году в Россию был приглашен известный британский оспопрививатель барон Димсдейл, которому и было поручено осуществить оспопрививание, точнее, тогда еще вариоляцию, потому что прививали материал, который брался от человека к человеку. Причем надо сказать, что Екатерина прекрасно понимала, насколько это рискованное мероприятие. Но Екатерина не была бы Екатериной, не была бы тем самым идеологом и пропагандистом, о котором мы говорим, если бы она не постаралась в современных терминах получить максимальный пиар. Что она делает? Вначале она прививается сама. Для этого Димсдейл отбирает простого мальчика, который болеет оспой, берет у него материал. Мальчик, кстати, не остался обойденным. Он получает личное дворянство, фамилию Оспиной, Александр Оспиной, и очень красивый герб с рукой обезображенной оспиной язвы. Итак, Екатерину прививают от мальчика. Далее должны были привить наследника, но, правда, он, как назло, в этот момент заболел ветрянкой, поэтому пришлось немного сдвинуть этот момент. А далее прививают придворных.
Но прививают их уже не материалом, взятым от мальчика, а материалом, взятым от императрицы. То есть таким образом символически императрица выступает как бы донором, матерью, дающей жизнь своим приближенным. Личная гигиена. Помимо всех реформ в сфере здравоохранения, о которых мы с вами уже говорили, давайте вспомним, что именно в правлении Екатерины было построено большое количество общественных доступных бань. Как ни странно, уроженка немецкого княжества сразу оценила эту особенность русского быта и поняла ее важность. В общем и целом, Россия той эпохи была гораздо более чистой страной, нежели ее европейские соседи. Именно в России возник определенный культ чистоты. Именно в России стало постыдно выглядеть грязным и отвратительно пахнуть. В коллекции Российского музея медицины присутствуют рецептурные книги и книги выдачи лекарств в придворной аптеке. Тщательные нумерованные записи, разборчивый почерк, но язык пока еще не русский. Екатерина уделяла большое внимание аптекам. Дело в том, что до ее прихода к власти аптеки интенсивно развивались только в столичных городах, в Санкт-Петербурге и Москве. В провинции, даже в губернских городах, от силы была всего одна аптека, и создать новые было проблематично. Екатерина исправила эту ситуацию. С екатерининских времен аптеки и аптекари стали непременным атрибутом жизни провинциального города. Резюмируя данную лекцию, дорогие друзья, мы с вами должны очень хорошо запомнить, что успешное развитие здравоохранения, наша с вами безопасность, национальная безопасность Российской Федерации – это не только усилия профессионалов-врачей, профессионалов-ученых, деятелей государства, представителей органов власти. Это еще и усилия каждого человека. И вот деятельность Екатерины II, вообще вся эта идеология просвещенного абсолютизма, она и была направлена на то, чтобы консолидировать усилия власти и общества по борьбе с социальными недугами. Для того времени эта деятельность была успешна. Сейчас настали другие времена, но эта задача остается неизменно актуальной. И хотелось бы надеяться, что мы с вами можем и будем продолжать дело Екатерины II и ее современников.